Дорогие друзья, на площади рынок города Львова мне посчастливилось встретить настоящую легенду андеграундного электронного движения города Львова Михаила Протека. Здравствуй, Михаил. Привет. Как твои дела? Нормально все. Скажи, пожалуйста, вот ты живешь во Львове, пишешь свою музыку. Как-то Львов вообще, как город, оказывает на тебя влияние? Только он и оказывает влияние, и плюс еще люди, которые пишут похожую музыку или что-то в этом духе. Но Львов своей атмосферностью, конечно, влияет на любого человека, который занимается творчеством и музыкой в том числе. Скажи, пожалуйста, а вот здесь не зря Львов считается культурной, можно сказать, столицей электронной музыки, потому что здесь огромная плеяда исполнителей, которые занимаются именно созданием очень качественного и грамотного продукта, который востребован на международной сцене, мало того, что львовская. Как ты считаешь? Ну, не скажу, что столицей, но одним из серьезных таких мест, которые продуктируют музыку электронную, то уж точно. Да, скажи, пожалуйста, как давно где-то был твой концерт, именно, вот, может быть, за границей? Были у тебя такие случаи? За границей было давным-давно. Давным-давно. Да, давным-давно. В последнее время не особо там востребован, скажем так. То есть больше во Львове? Да, больше во Львове, так скажем, на западную. Ясно. Ну что ж, друзья, Михаил Протек. Peace. Peace.